Армения рассчитывает на поставки ракет «Земля-Земля Эстра» из Индии и модернизацию своего парка самолетов «Усухай». Об этом сообщает индийское издание «The Print». В заметке отмечается, что 4 самолета Су-30, купленные Арменией у России в 2019 году, не принимали участие в Нагорно-Карабахском конфликте с Азербайджаном в 2020 году, поскольку им не хватало огневой мощи, в том числе управляемых боеприпасов классов «Воздух-Земля». «Усусамцык», эксплуатируемые Арменией, отличаются от тех, что эксплуатируем мы в Индии. Поэтому действительно нужно будет посмотреть, что можно сделать. Переговоры находятся только на начальном этапе, сказал источник The Print. Армяне хотят модернизировать свои Су-30 и интегрировать наше оружие. Оружие, которое ищет Армения, также включает управляемые боеприпасы класса «Воздух-Земля». Источники в оборонном ведомстве Индии сообщили, что переговоры продолжаются и пока еще находятся на начальной стадии. Отмечается, что Армения стремится модернизировать свои военно-воздушные силы и ищет помощи у Индии в плане вооружения и ремонтопригодности своих военных активов, добавили источники.